Всем привет, друзья, с вами Бадди, мы проходим Remember Me, и похоже мы дошли до того самого доктора, который противится начальству и делает из людей лопырей. Потихонечку к нему подкрадываемся. Ah, Memory Hunter, right on time. Это кто? Что за лопырь? Зеленозуб? Как говорится, враг твоего врага, мой друг. Понеслась душа в рай. Ну давайте с вами разбираться. Уже за отсутствием энергии, да? Так, ну давайте, парняги, расходитесь, чтобы я мог здоровье себе пополнить на этом черном. Оп, хорошо. Так, давайте-ка, наверное, бомбочку вам поставим. Это логичнее было, наверное, перезагрузить вас, кого-нибудь одного. Не все, да? Ну давай. Падла. Хорошо, один готов. Длинную комбинацию на него применяем. Единственное, что со здоровьем, панты. Johnny Greenteeth is here. I already told you.
Johnny remembers a lot of things that others preferred to forget. Так, дверь открываем. И как-то нужно засвидетельствовать, как Зеленозуб будет доктора убивать. Может, поможем ему даже, может, друзьями станем. Чё нам делить-то? Цель-то одна. Мир во всем мире. Так, еще одна ставня. I recognize this zone. It nearly scared me to death. Да, это тот самый дрон, который за нами гнался. Сейчас вполне возможно нам его и выпустят. Мы с ним только один раз дрались на минном поле. Его надо только стрелять на расстоянии. Ну, я бы не сказал, что он вообще был тяжелый соперник, если иметь достаточный запас жизни в арсенале. Так, здесь опять у нас своеобразная арена, ну давайте. Перед смертью, как говорится, не надышишься. Look at her. So eager to snuff out a new era of enlightenment. She would have us continue to live in these dark ages of individualism. Go, my children! Share with her my dream! Ну, понеслась. Ну, эти ребята-то они такие, они... Так, хотя бы щит у него убрали, уже хорошо. Так, а чё ж ты такой, думаешь, что самый умный? На каждого умного найдется свой умный. Так, дружище. Умирай. Так, ну а с вами давайте по старинке. О, повернулись. Ну хоть заряжаемся параллельно. Так, кушай мину. Хорошо. Давай следующих. Короче, ты послужишь во имя регенерации моих спецвозможностей. О, посерьезнее, да? Надо спецвозможности поаккуратнее использовать. Тут конкретная арена, да? То есть она будет выкидывать все больших и больших врагов. Это стандартная тема. Кто много играет в компьютерные игры, знаком с такими ситуациями не понаслышке. Здрасте. Так, ну чё, попробуем с ними просто так разойти по-хорошему. Успел. Что же вы мне не даете-то? Вы меня разозлили, парни, очень разозлили. Так. О, это... Уже пошли... Парни. Конкретная уже... Мощная атака. Так, что с вами лучше сделать? Ой-ой-ой. По очереди будете меня тыркать, что ли? Я вот думаю, что лучше сделать. Сначала... Наверное, сделаем так. Чем их меньше, тем лучше. Хорошо. Что-то ачивки одна за одной сыпятся. Какое-то новое умение они мне хотят дать. Ну давайте посмотрим, что же там мне хотите дать. Регенерация и здоровье, да, появились? Давайте поставим. Здоровица поставим, наверное. Там у меня только возможность поставить регенерацию. Вот сюда. Усилить немножко комбо. Не хватает еще одного игрика. Но могу поставить его вот сюда.
Будет комбинация удар, лечение. Немножко, но полезно. Так, XYY. Давайте. Дружище, так нечестно, я занят был. Менюшечки. Так. Ладно. Надо перезаряжать прием, потому что пока я его не убью, эти будут для меня недоступны вообще. Да, это ситуация такая сложная. Мало здоровья. Приходится бить того, кто это же здоровье еще и отнимает. Мне нужен прием, которым я убью сразу этого гада. Хорошо. Хорошо, вот сюда его. Теперь будет уже проще. Надеюсь, по крайней мере. Так, а почему красный это до сих пор? Хорошо. Остался ты один, мой друг. Вот так тебе, падла. Так, наверх или вниз? Давай, дружище, столько драться, чтобы умереть в трубе. And you, hunter of memories, you will no longer. Зеленозуб, вперед! Полетай. Так, теперь что, зеленозуб-то против нас, нет? За? Так-то у нас цель была общая, а так за неимением общей цели можно и врагами стать. Так, тупо спускаемся вниз, да? За его воспоминаниями, я понял. Так, кому идти-то сначала? Да понял я, что у меня есть новое умение, сдолбали. Так, запрос, доктор, давайте к запросу. It's Nilin. Can you hear me? We'll get you out of here. Quaid. He's out of my head. Thank you. Yeah. Thank you, Memory Hunter. Thank you for opening the doors. Johnny Greenteeth. You weren't just the subject of an experiment, were you? Dr. Gree. So empty. So true. The past is a foreign country. I'll see that everyone learns what was done to you here. We were monsters, but at least we were free. He wanted to turn us into his slaves. Quaid is dead. It's over now. Code Black authentication accepted. Auto-destruct sequence initiated. Yes. It's over. Sebastian has paid. Now it's your turn, Memory Hunter. Then it'll be mine. All of this horror will be forgotten in the flames! Ну, Зеленозубка, чё ты меня разочаровываешь-то? Не рычи. А, у тебя друганы. Так, сначала полечиться. Ух ты, ты как здесь оказался-то? Хорошо.
Да ты, блин, за это что, стал меня? У меня тоже такой прием есть. Так, надо быть очень аккуратным. Во-первых, потому что этих гадов много, а во-вторых, потому что... Так, ну постоянно в движении, постоянно в движении. Ты дашь мне подлечиться до конца? Нет, падла лысая. Да ты достал, только начинаю комбинацию делать, он тут же сзади появляется. Так. Дружище, я тоже так умею. Где ты? Покажись. Так нечестно. Я исчез, и ты исчез. Вот ты какой хитрожопый. Против него такое не канает, да? Ладно. Так, по здоровью надо маленько оторваться. Все, давай. А теперь отхватывай, падла. Тихо, тихо. Успел. Я должен кнопки нажимать, а не ты. Это было просто. Nilan, Johnny has ordered the destruction of the laboratories. Everything's going to blow. You need to leave. Я понял уже. Валим отсюда. Так, здоровье. Возьмем и валим. Во времени нас, в принципе, никто не ограничивает. Известные жители. Давайте немножко отдохнем после этой битвы и почитаем, что за известные жители. Зеленозуб. Ольга Седова. Охотница, специализирующая на поимке опасных преступников, одна из лучших представительниц своей профессии. Она и ее муж Давид – наиболее известные ищейки Новопарижа. Украина. Украинка по происхождению, Ольга Седова работает в паре со своим мужем Давидом. Они встретились в бурные годы реконструкции Новопарижа, когда приватизация полицейских структур привела к расцвету частных охотников, исполнявших решения судов. Ольга предположила действовать вместе, и получавшаяся пара оказалась удивительно эффективной. Известные за свою скорость и жесткие методы работы, супруги достигли пика карьеры во время большой охоты на эрористов в 82-м. Они арестовали 37 эрористов, за что в том же году получили награду «Живым или мертвым». Увы, над блистательной парой нависла тень, ходят слухи, что Давид страдает расстройством памяти. Он никогда не скрывал привычки имплантировать себе воспоминания пойманных жертв, чтобы лучше понимать их мотивы и более эффективно действовать во время охоты. Уже несколько месяцев Давид не появляется на публике. Арестами занимается одна Ольга, проявляя при этом ожесточенный энтузиазм. Ну, мы с ней знакомились в начале игры. Так, мне куда? Для чего я вообще сюда пришел? Мне не сюда? А, мне в групп. Давай. Я думал, побежит за ним. Власть над разумом. Так, ну я надеюсь, это еще не конец. С кем? Кому бы нам еще накостылять-то? Человечество – это разорванные цепочки людей, изолированных собственной индивидуальностью. The fog of Labastille has been lifted from me.
I can see clearly now. Memorize, Sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the conception cube at the heart of Charles Cartier Wells' Monopolis. That's where the Sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt glow of the memorized central servers. Nothing will stop me from accomplishing this. Not the murderous machines, not the yabbering Leapers, not the father I cannot recollect. Пойдем против собственного отца в эпизоде номер 7. Потерянный рай. Похоже на начало последнего эпизода. В принципе, если не торопиться и раскусить каждого врага, то бои не представляют особой какой-то труда. Единственное, что не всегда удается завершить задуманную тобой комбинацию из-за большого количества врагов. Memorize and implode, so the world forgets. Right down to Cartier Wells' name. We're gonna drink a toast to David when this is all over. Thank you, Olga. Лучше убийца это города, работает у нас водителем. Это нормально. Wow, what a recruit. I should have got you to enlist her earlier. Okay, let's focus. You need to find and access the central security post in Nemopolis. Так, ну вот мы и в сердце той самой корпорации, да, где все, возможно, и закончится. Элитные солдаты кругом. Reconstituting. Damn it! I knew. What was it? That woman! I know her. She's dangerous. She was here before. No, she wasn't. We must stop her! Stop her now! There! Get her! We've got to stop her! Get her now! Yes, sir. Get her now! Ты чё меня, дурак, спалил? Ты сам колбасишься и меня ещё подставил. Trace. Crazy and indestructible. I always pick the easy ones. Так, ну давайте сначала разберёмся с летающей твари. Так, поздно выстрелил. Так, здесь не оббежать, да? Ладно, ждем. Она у меня будет первая на очереди, потому что она мешает очень сильно. Отвлекает. Так, ждем, пока она выстрелит. Ты за мной, что ли, летаешь? Ну, стрелять-то будешь, нет? Ты чё, как будто поняла, что я хочу тебя убить. Ага, ты стреляешь только когда я в тебя не целюсь, да? Вот ты тварь какая хитрая. Вот так вот. Так, давайте сначала, наверное, энергии накопим на вот этом черном парняге. Но опять же, они не дадут мне это сделать спокойно. Постреляем по ним, потому что в любом случае потом тратить на них свое здоровье.
Так, пополнили маленько. Так, вот теперь можно одного из них высекать. Это будет... Да любой из них. Например, вот этот. Дружище, ну давай. Черный нам нужен тупо для накапливания энергии. Хорошо. Так, теперь для здоровья его попользуем. Не умирай, дружище, ты мне нужен. Ладно. Давайте теперь на них энергию копить. Ага, мне этой энергии не хватит, да? 56 секунд. А вот все, теперь один из вас умрет. Кто это будет? Хорошо. Хорошо. Подкрепление. Опять эти летучие твари прилетели, да? И летучие. Так, с тобой с первой. Ну да, ты еще не выстрелила. Давай тебя будем поджидать. Хорошо, одну убрали. Теперь купим энергию на то, чтобы одного из них перевербовать. Валим. Мало. Так, сразу убираем вот этого гада, наверное, лучше сначала. Это будет разумнее. Где ты, блестящий мой? Так, теперь давайте одного перевербуем. Где он? Любого. Где? Робот, вы где? Например, тебя. Иди своих пацанов атакуй. Хорошо. Ой, валим. Ну, с этими попроще, чем с блестящими. Так, хорошо, энергии накопили. Ой, валим, вовремя. Так, дружище, ты тоже должен пострадать на благо Родины. Я же выбрал. Не работает. А, я думал, перепутал бомбу. Перепрограммирование, ладно. Тогда пока просто копим. А вот теперь можно. Хорошо, все, нет? И все из-за того, что один психанул, я сдал. Милен, ты должен бежать в Riddlehead и стеть access protocols to the conception queue. There's good news. This time he's on foot. And the bad news? His memory is splintered. He's practically a leaper. You must act quickly. How do I catch him? He's headed for the main security post found on the 103rd floor. Use the freight lift to intercept him. Хорошо, на этом лифту поедем с этим капитаном, который и устроил нам здесь такую заварушку на этой платформе.
Приближаемся по ощущениям к концу игры и, может быть, последние несколько серий увидим в будущем. А пока спасибо за внимание. С вами был Anybody Play. До новых встреч. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. No matter where you are.